Всем привет, друзья, с вами Александр. Сегодня бы я вам хотел рассказать, как избавиться от неприятного запаха в автомобиле. Я думаю, каждый водитель, ну, многие водители сталкивались с такой проблемой, пролитых каких-то жидкостей на утеплитель автомобиля. Это молоко, допустим, протекшее мясо из пакета, или там, не дай бог, у кого-то было трупный запах. Ну и все такие подобные запахи. Да, сегодня вот хотел вам показать простой дешевый способ, как избавиться от этого запаха. Да, машину я отдавал порядка, наверное, 2 месяцев назад на химчистку. И, короче, они мою проблему, ну они сразу предупредили, что мы проблему не решим, так как нет такого средства у них, чтобы конкретно навсегда избавиться от запаха. Тут мне посоветовали один лайфхак такой, ну, достаточно простой, дешевый способ. Говорят, в советское время он работал и очень даже неплохо. Значит, что нам для этого нужно? Нам для этого нужно будет... А для этого нам нужно будет самая простая, обычная пищевая сода. Вот в таких вот пачках. Вот. Значит, дальше, что мы делаем? Значит, вот он. Коврик залитый, который у меня был молоком, воняет просто ужасно, прошло 2 месяца, и бесполезно как-то избавиться от этого запаха. Ну что, просто мы берем и засыпаем коврик содой. Все те места, ну, можно даже шире, где было пролито молоко. Сода впитывает неприятные запахи. Также вы можете это делать с коврами домашними, где напакостили домашние животные. Вот, значит, засыпаем, все это втираем рукой там или щеткой. Далее ездим, ну, порядка недели, и через неделю просто это все спылесосим. Ну, говорят, что очень-очень хорошо все это спылесосивается. Далее я попробую. Соду даже такой щелочной приятный запах. А вот еще хочу показать вам одну такую хитрость. Вот у меня вот этот вот материал на нижнике сиденья, он весь в катышках. Но катышки эти выдирать бесполезно вообще. Драл-драл, они их еще все больше. Не знаю, почему японцы сделали такой материал, где обычно шоркают ногами, чтобы он вышаркивался. Могли бы сделать обычный, так, на сиденье. Если у кого-то есть такая проблема, просто берем зажигалку и подпаливаем все это дело. Сейчас я долго палить не буду, видео растягивать. С этой стороны у меня уже пропалено и выглядит, ну, намного лучше, чем здесь. Просто берем и выжигаем зажигалкой все эти катышки. Вот такой вот простой способ. Так, ладно, друзья. Короче, через неделю я отпишусь в комментариях, либо напишу в описании, что получилось. Как бы вообще способ стоит этому способу жить, либо нет. Так что подписывайтесь на канал, следите за новыми видео, пишите в комментариях.
Ну и следите за комментариями под этим видео, что получится из данного способа. Всем пока, подписывайтесь на канал, ну и все такое, ставьте лайки, делайте репосты. Всем пока.